Ольгу Орлову назвали причастной к смерти Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк. Певица и телеведущая Ольга Орлова ищет адвоката, чтобы подать в суд. Известный треш-блогер Антон С. предъявил артистке чудовищные обвинения. По словам мужчины, Ольга Орлова причастна к смерти певицы Жанны Фриске и актрисы Анастасии Заворотнюк. В своем YouTube-канале Антон С. сообщил, что Орлова и ее экс-избранник Александр Карманов продвигали среди звезд инновационное в свое время лечение и омоложение стволовыми клетками. Ольга собирала людей с проблемами и говорила, что Карманов может помочь, заявил блогер. Антон С. намекнул, что для многих клиентов Орлова и Карманова лечение закончилось плачевно. В подтверждение своих слов блогер вывел на экран фото ныне умерших Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске. We'll be right back.